Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Detol. И сегодня мы играем в игру Crash Cars. Crash Club. Crash Club Cars? Да, Cars, да. Ахи. Разгружайте предметы, получайте очки. Ребятки, ну что ж, это first play на эту игру. Посмотрим, что она из себя вообще представляет. Быстро смахиваю, чтобы ускориться. Отлично. О-о-о! Прикольно. Здесь вот фишка в чем? Фишка, надо рушить все подряд. Да, думаешь? Ну, кроме мусорных баков. Ну, ты видишь, мы очки получаем. Вот смотри, о, дорожная лавка. Ну-ка. Ух ты, можно ракеты какие-то купить. Электропушка и бластер. Что смотри, мы возьмем? У нас 35 вообще этих монет. Все подряд берем. Давайте все. Только одно можно. Понятно, мы взяли ракеты, самые бесполезные, наверное. Почему? Ну, ладно. Ракета классная. Можно с другими крэшиться. Здесь есть и другие персонажи какие-то. Так, смотри, можно атаковать. Да, здесь одним пальцем определенно надо дамажить, да, потому что справа кнопка ракеты, да? Да. И она бесконечная, как выстрели в меня, говорит. О, ничего себе, не самонаведение. Да. А ты говоришь, плохие ракеты, а? Это же прикольно. Обучение завершено, нам говорят. Отлично, введите имя водителя и получите свою первую машину. Класс, ребята, команда Detol. Кому нравится игра, ставьте лайк. Кто играл уже? Да, ребятки, кто играл и, ну, реально, лайк с каждого из вас. Да, ребятки, и расскажите, что здесь интересненького. Кто вообще прям залип конкретно. Готово, Detol Team. Прикинь, занято. Да, 100%. Нет. А, нет, ребята, никто не успел занять. Смотри, нам машина наша первая, да, нам сейчас малогабаритная, покажут. Да, малолитражечка какая-то, 100%. Что, раздавила как? Да ладно. Да. Что это такое? А так, колеса неплохо уже. Опа! Да ладно. Жук какой-то маленький, а? Слушай, обычный, да, и вот такого вот еще бордового цвета. Да ладно, она стала бордового цвета? Так, запаситесь самоцветами, особо редко легендарные машины, ну понятно. Понятно. Готово, мои машины, магазин, играть, да, я думаю, можно играть? Ну, я думаю, да, у нас все равно по нулям все. Смотри, можно модификацию сделать, наклейки. Антенны, наклейки, клаксоны. Давай сначала попробуем заработать что-то, да? Да, конечно, потому что, смотри, у нас 0 золота, 0 гемов, и все, ячейка бонуса 1, ячейка бонуса 2. Ребят, если эта игра соберет 500 лайков, да, да, то мы продолжим дальше серию, играть. Ребятки. Все зависит от вас, ребята. Любая игра, которая собирает больше всего лайков, выходит чаще всего. Так, а что мы ждем-то? А здесь онлайн. Здесь онлайн, ребятки. Crash Cars. Оба. То есть сначала здесь... Ух ты ж, нате. Слушай, а у нас оружие-то есть вообще? Вообще никакого нет оружия, да ладно, мы просто таранить можем? Да, мы просто и зарабатывать таранить. Очки, кстати говоря. Очки зарабатываем, да? Да, смотри, мы зарабатываем очки, сбивая все. Опа, задний дворик обустроили нормально. Хорошо. И, а интересно, а можно... кстати, мы можем заехать же наверняка в какой-нибудь магазин и закупиться пушкой. Да, вполне возможно. Ой, какое ускорение хорошее, а. Слушай, ну ты привык, я вижу, к управлению, это хорошо. Ну, немножко, да. Опа, стенку въехали. Плюс один жетон. Смотри, она нас охотится начали. Ну-ка, давай ускоряйся. Ой-ой-ой. Ускоряйся, ускоряйся. Ускоряйся, ускоряйся. Уезжаем от него, уезжаем от него. Уезжаем, конечно, уезжаем, а то он... Давай куда-нибудь вправо-влево. Хелсы не резиновые. А как он так это сделал? Почему он нас атакует, а мы еще нет? Ну, потому что нам нужно заехать быстренько в гаражик. Я думаю, сейчас будет респаун. А нет, респы нету, ребята. Вас уничтожили. Монеты 1000. Смотри, может быть, можно как-то модификации сделать? Колесо, нет, антенны, наклейки. Нет. Клаксоны. Смотри, нам нужно заехать в Топ Карс, как в прошлом обучающем моменте было. Да, думаешь, конечно. А где ее найти только? Ну вот, надо найти, надо заработать, разбить сначала немножечко всяких вещей. Ага, да? Заработать денежку. Заработать вот эти вот монетки. За одну монетку мы могли купить себе или лазер, или ракетницу. Так что будем искать. Ну давай, давай еще раз попробуем, ребятки, поддержите нас лайком. Да, ребята, мы стараемся для вас, новая игра, мы в нее не играли, так что не судите строго. Слушай, оба, смотри. Смотри, о, видишь, собрали, монетку. Теперь нам срочно нужно найти. Эй, что он не поворачивал-то? Осторожно, можно упасть в воду. Да я понял, что можно упасть в воду. Так, смотри. А, вот, смотри. Вот он, смотри. Нашли. Стоп. Оп, отлично, щит. Духовое оружие, что это такое? А у нас нет единички или есть? Да что ж такое, а? Духовое оружие взяли. Да ладно, еще что еще? Какой-то щит взяли? Еще какую-то штучку прикольную взяли. Да? Что-то у нас. О, ты посмотри, у нас какая-то рожица снизу. Ну, дамажь его, дамажь. Ну, я дамажу. Дестроид, мы кого-то уничтожили, да? Ну, по всей видимости, да, мы кого-то
действительно уничтожили. Ничего себе, ребята, мне кажется, а ну-ка вот это вот. У нас здоровья снизу, нету практически. А рожица снизу это что? Это может смеяться. Лайк понял? Поставить? Это можно как-то. А, типа смеяться, что ты его замочил? Ну, по всей. Так, а давай заедем, подлечимся. Есть там лечение? Ну-ка. Я давай посмотрим сейчас. Так, у нас о, ремонт. Ремонт, отлично. Удвоение урона на 20 секунд мы взяли. И бластер у нас сохранился, да? Ну, погнали. Бластер сохранился, да? А да. Там бластер еще раз можно было купить? О, смотри, о. Вылез какой-то. Давай. Сейчас, слушай, подожди. Что-то он тупит, но он, да? В щите, он только появился. Видишь? Так, а у нас сегодня... Куда 10... он исчез? У нас 10 ударов, кстати говоря, не расходуй так часто. О, так, а что-то подлагивает игра, ребята. Да, немножко подлагивает, есть такое дело. От соединения, видимо, зависит. Не у всех хорошие соединения. Да и плюс игра недавно только вышла. Давай. Так. Слушай, прикольно на самом деле. Давай. Ай, надо срочно уезжать. Дабаш. Да. О, ребята, вот это мясорубка. Но, если честно, управление специфичное. Реально специфичное. Да, я думаю, его можно поменять. Думаешь, можно поменять? Конечно. Как-то? Давай посмотрим. Так, и... Вниз где-нибудь есть моя машина, моя магазин, карьера, магазин, играйте, моя карьера, по-моему, нет ничего. Нету? Кстати говоря, значочки как в клаше вверху. Да, есть такой уровень, кстати говоря, да, значок уровня и монеток, и гемов. Так, показать, ребятки. Продать, клаксоны, наклейки, колеса, нет, все нам не нужно. А где управление-то найти? Машина место 2. А модификация что такое? Ну-ка, давай посмотрим. Так я только что нажимал, ты вот и есть. А, это она есть, да. Модификация, да? Нету здесь настроек, а есть, смотри, там есть. А, домой. Магазин монет. Ух ты ж, на тебе, смотри, машину можно. Купите машину класса малогабаритная. 3 штуки, чтобы открыть. Осталось 2. Ничего себе. Это победы какие-то или какие-то что-то еще? А, нам нужно еще вот таких вот машин. 5 гемов, да? 5 гемов, чтобы открыть надо. Вот это, ребята, интересно. Интересно уже стало. Ну-ка, давай будем сражаться. Я думаю, что нам больше ничего не остается. Но управление, видишь, оно специально такое наверняка. Ну да, наверное, больше ничего с этим не поделаешь. Да. Поехали, играйте в бой. И, ну, ребята, как показывает практика, привыкнуть можно к любому управлению. Согласен, вот даже если согласен. Пяткой бы тебе сказали рулить, все равно через час, через два ты уже начинаешь тащить в любом случае. Согласен. Опа! Так. Мы уже начали. Смотри, ну вот, тут, друзья, нам нужно заработать. Есть монетка одна, нам срочно нужно искать этот магазин. А вот он, вот он, вот он. Вот он. Опа, сразу пушечку прикупите. И электропушка, поехали, отлично, да? Отлично, да. Шикарно. И вот у нас... А, вот он отбрасывает специально, чтобы возле магазина не дамажили так сильно друг друга. Да. Чтобы... Смотри, вот у нас был противник уже. Но я хотел очки подзабрать. Давай, вон он. Ой, как хорошо. Он пытается смываться, но мы дамажим ему прям очень неплохо. А, он взял инициативу на себя? Ну-ка, пушкой. Она что-то не бьет. Она перезаряжается просто. Да, она, наверное, перезаряжается. А где перезарядка-то хоть? Справа. А, куда он ушел? А я не увидел. А, сзади, два. Не уедем. Давай, разворачивайся и дамаж. Это какой-то новый. Ой, ребята, подобьют нас. Ой, подобьют. Быстрее уезжайте. Закончились боеприпасы, нам говорят. Быстрее. Ах, ребятки, как же так, а? Слушай, ну нужно учиться. У нас достаточно забавно это все дело. Да, конечно, забавно. Это как Кармагеддон, или как она называлась, игра. Да, кстати, была уже такая похожая игрушка, где там мы... Там только давить надо было все. Да. Там не было противников, кажется. Ну да, очень старая игра, ребята. Так, смотри, ну что? Найдено самоцветов 1 из 5, то есть можно еще где-то найти самоцвет. Конечно, можно найти. А есть моя карьера. О, управление и настройки, ты смотри. Смотри какое. Управление кнопками. Во, нормально. Все. Расположение кнопок нам сейчас. Справа или слева, наверное. Слева. Не, может быть, наверное, под правую руку или под левую. Ты, если правша, то надо справа. Давай если... пробовать сейчас в игре, посмотрим это все дело. Отлично, ребят, появились у нас настройки. Мы почему-то сюда не заходили как-то, да? Готов. Так, каждый день в городе появляется 5 спрятанных самоцветов. Разрушайте предметы, чтобы их найти. Вот так там говорят. Отлично, ребятки, отлично. Ну что ж, как у нас управление-то сейчас будет? Ну, посмотрим, да. Пам-пам-пам. А вот фигушки, это просто вот эта вот штука. А по факту рулить просто теперь нужно будет... правым пальцем, понял? Да, я понял, но смотри, у нас есть одна монетка.
У нас есть одна монетка, ребята. Что управление кнопками? А, управление кнопками именно на экране. А, то есть теперь... О, самоцвет нашли. Ты да смотри, ладно. Как, а? Рыли-рыли. Смотри, теперь просто поворот это налево-направо. Нажимаешь на да часть ладно. Экрана, да. И все? И все, да. Ну, отлично, ребята. Просто шикарно. Слушай, мы можем здесь насобирать с тобой много всего интересного. Да, но жетончиков. Но пушечка нам бы не помешала. Вдруг кто-нибудь начнет. А вот смотри, указатель нам говорит, что нужно назад возвращаться. Смотрите, можно вот такие вот резкие, прикольные повороты делать. Ну, видишь, как классно. Это же замечательно, ребята. Дерево, кнопку, дерево, кнопку дерево. Лучше подправо перенести, да? Ой-ой-ой, вот она. Отлично, да, кнопку лучше было подправо перенести. 4 монеты есть, ребята. Бластер, бластер взяли и удвоение очков, да, еще возьмем, да было прикольно. Было бы взять. Когда мы еще попадем туда. Ну да, скорее всего, мы больше вообще не попадем. Ох, ты ж знаете, смотри. Ну и ну, какие-то мы очечки, ребята, заработали. Кубок снесли и получили много очков. Да, у нас 12 ударов есть пушкой. Два... Опа! О, исчез. А куда он исчез? Ах, был как? Здесь и исчез. Вот это да, ребята, это не есть хорошо. Эй, дружище, ты где? Кто-то... А вот он, смотри, давай, давай. Ну-ка, жертва, жертва, ребята, у него даже пушки нет. Да. Смотри, он только появился. Опа, дамаж, и смотри, он как-то, да, исчезает. Да-да-да, глючит игра, ребята, видимо. Ой, какое месиво, ребятки, ой, какое месиво, надо отсюда... Надо какого-то здесь... Пушка-то вообще есть. О, хорошо, плюс 49. Давай заедем. Конечно, заедем. Заезжаем сюда. Может, подлечимся. Слушай, ракеты крутая тема была. Да, мне ракета нравились. Была прикольная. Давай ракеты. А вот это восстановление на 10% здоровья, да? Но оно 2 стоит, а у нас не хватает. Смотри здесь, какие бои здесь происходят. А, ну мы чуть-чуть подальше отъехали. Ну нам нужно собирать кстати... еще жетончики вот эти вот. Да, ребята, очень важно здесь все взрывать. Тихо. Кстати говоря, с кем-то мы там столкнулись. А опа, розовое деревце нам даст что-нибудь? О, ну-ка давай, ну-ка разнеси-ка его, а? Ну-ка. А у нас можно не ракетницей, можно не поворачиваться вперед-назад, она стреляет постоянно. Да? Самонаводящийся, ребята, да. Так, сейчас вот это вот нужно его догнать, а то он догоним, хитрюга. Догоним. А, слушай, у нас с хелсами проблема. Ну-ка, стреляй, стреляй! Да вот я стреляю, стреляй. Но! Давай, давай, давай! Да я нажимаю, давай, ничего не давай. Происходит. Ой, давай заедем, подлечимся. Быстрее, 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 пока нас не заезжаем, залили. Заезжаем, заезжаем. Плюс один жетон. Ремонт, один жетон. Итак, электропушка. Щит, давай щит возьмем. Зачем? Он на 20 секунд все ждал, лучше электропушку взять. Слушай, ракете тебе не понравилось разве? Ну, мне понравилось, но как-то она не стреляла вообще. Она перезаряжалась просто. Она же не сразу стреляет, как электропушка тоже. У электропушки всего лишь 5 выстрелов. Ох, ребята, с управлением намного лучше сейчас стало, определенно. Да, потому что до этого был какой-то ужас полный. Вот так, сзади есть противничек, и вот он, он только скрылся. Заехал. Ты смотри как, а? А в кого вот, мы сейчас вот ударили? Еще один. Давай-ка. Вот он, слева, слева. Иди сюда. Мы попали в него? Ну, я не знаю, по всей видимости, да, потому что... Какой здоровый, ты видел? Да. Слушай, электропушка тоже рандомно стреляет, то есть отлично. Да, она тоже разворачивается, поворачивается в разные стороны. Только у нас осталось всего 2 выстрела. Где они там все? Вот они. Опа, выполнить ускорение. Восполнить ускорение и духовое ружье, да, по ходу дела мы берем. Ну, давай так. Все время меняем, ребята, оружие, чтобы посмотреть, какое из них эффективней. У нас счет, кстати, 524, еще парочка выстрелов. И будем на первом месте. А счет-то из-за... Увеличивается за счет чего? Его за счет деревьев тоже. А, ну слушай, давай разрушать. Ой-ой-ой. Давай, боже, давай, давай. Что делает? Ох, неплохо духовая эта пушечка. О, а вот этот какой здоровый. Да, это реально какой-то здоровяк прям. Его бы... Он с короной, ты видишь, он да, на первом месте. Он смотри, на первом как он месте. Дамажит, а? Ты видишь, как он дамажит? Да, и... Смотри, остановился. Нам тоже уметь останавливаться. А, подожди, мы его можем добить. Мы его добили, мне кажется. Нет, 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 давай, давай добьем его, это ж король. Ты думаешь? Конечно, конечно. Нас добили. Но мне кажется, мы его добили, потому что он пропал. Как индикатор, индикатор на него не было. Да, индикатор на него не было. Новый рекорд, ребята. Ничего себе. Вот, видишь, кого мы уничтожили. Мы Диану уничтожили. Это здоровая машинка была. Вот это да, ребятки. Короче, ребята, прикольная игрушка. Вам огромное спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если она вам понравилась. Подпишитесь на канал. И ждем 500 лайков, будем играть дальше. Да, ребятки, всем спасибо. Пока. Пока.